знаете фестиваль Лиги смеха? Вы же опытные лигосмешники. Это вообще Александр Сас, автор обзоров Лиза смеха, где он критикует и дает советы командам. Да, вот. да, есть такое немножко. Что? Ну классно, все начинается, короче. Не знаю, я вообще в таком в депрессивном синдроме пребываю, как бы холодно. Сегодня солнышко, сегодня как-то получше. И вообще не хотел сюда приходить. Но узнал, повторюсь, узнал, что ты здесь будешь, я думаю. Блин. Конечно, ради. Вот. Мы ж ребята с центра должны друг друга поддерживать. Да. Хотя я сам встречал, благодаря моей любимой. Благодаря моей любимой. Да, вот, так все что? Хорошо. Как вы будете выступать? У вас своя команда дуэт или вы я в составе? С моделями, я сейчас, если меня зарегистрируют, то я буду выступать. Если меня не зарегистрируют, то я не буду решать эти вопросы. Я не буду решать эти вопросы, я просто хлопну дверью, да. Но вы знаете, веревочки 50 гривен нам только что сказали. А мы взяли свои в Сочи. Я говорю, будут взносы. Есть номинальный взнос. Есть номинальный взнос, но скоро будет настоящий взнос. Так что. Хорошо. Не дай бог, не дай бог. Удачи вам. Да, все. Да.